Всем привет! Ну что, продолжаем открывать карты легендарного героя. Теперь они у нас акционные. В первом видосе вы видели, какой там шанс. Мы даже ни одного черепа не выбили. Проценты там, какой шанс, я в принципе вам назвал. В конце этого видео выложу уже таблицу, потому что пока не хочу сливать героев. Тут падают точно такие же герои, как и с предыдущей карты. Плюс у нас тут добавляется Капитан Дрейк, Гаргул и Кенди. Посмотрим, какой шанс можем ли мы выбить. Опять же, того же самого черепа. Интересно именно его выбить, потому что многие игроки ради черепа эти карты скупают. Ну, и соответственно посмотрим, какой шанс выпадения героев здесь. Ну, поехали. Давайте 8 штук по одной. Так, первая, вторая, третья. Ну, РТ-шки падают. Четвертая, пятая, одни РТ, шестая, гарпия. Ну, тут как-то поярче шанс. Уже поболее выпало, чем с тех предыдущих. Ну, поехали по 10. 3 РТ-шки, 2 Купидона, тыковка. Да, получше шанс. Череп. За 28 карт нам сразу упал череп. Реально намного выше шанс. Ну, побежали еще посмотрим. Второй череп. Да, действительно, тут шанс намного выше. Так, тут у нас его нету. Так, интересно, Гаргул и Капитан Дрейк будут здесь или нет? Кенди, вижу, падает неплохо. Капитан Дрейк. Да, тут шанс. РС. Намного выше. Ну, давайте еще Гаргула. Еще один Капитан Дрейк. Гарпия. Гаргул, Капитан Дрейк. Да, действительно, в этих картах шанс, конечно, намного выше. То, что нам там продают по 13к орденов, реально фигня полная. Так, ну что дальше? Арташек много падает и тыковок. Еще одна гарпия. Два гаргула. Арес. Супер. Так, смотрим дальше. Еще один. Да, неплохо сыпется. Еще один варлок. Да, эти карты мне намного больше нравятся, шанс. Ну, тоже, видите, уже много открыли, но все же. Череп, Гаргул, Дрейк. Топчик. Причем на последних картах. Так, смотрим, что у нас получилось. Пять дрейков, три черепа, четыре гаргула. Кенди посмотрим, ну и всех остальных я потом уже в табличке сделаю процентуально. Ну, намного больше героев начало падать. Особенно редких. То есть раз, два, три, четыре кенди. Королева начала хорошо падать. Варлоки тоже неплохо падают. Гаргул, я говорю, Гаргул Влады Дракула. 4 Ареса. Мы с предыдущих тоже их не получили. Круто. Вот такой вот у нас был второй этап. Пишите в комментариях, как вам такие карты. Стоят ли они того, что за них просят? Ставьте лайки. Все, всем пока.